Всем привет, дорогие друзья! Мы снимаем путеводитель по городам, и сегодня мы находимся на уникальном мероприятии. Это крупная сельскохозяйственная выставка «Балтийское поле 2017». И прямо сейчас мы побываем практически во всей области, буквально за один час. Это проект «Окей, Гурьевск». Поехали! Здрасте. Здравствуйте. Здрасте, 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 здрасте. Приглашаем вас на фестиваль «Губининское сражение». И сразу же реклама. Давайте, в городе Гусеве, поселок Лермонтово, 19 августа. Давайте поговорим все-таки про сегодняшнее мероприятие, День Балтийского поля. Как оно вам? Почему вы в таких образах? Кому-то плохо уже сегодня? Нет, сегодня всем хорошо, наоборот. Приходится раздавать пригласительные. Приглашаем на наш фестиваль, который пройдет в поселке Лермонтово 19 августа. Как относится к тому, что в последнее время очень много рекламы стало? Люди, наоборот, некоторые немножко ленятся, мы им предлагаем. 19 августа, вход свободный, поселок Лермонтово, ждем вас. Почем черный икра у вас? 600 рублей, голубика. Для деток маленьких. Для деток маленьких? Да, пожалуйста. Держи. Голубика? Не, вы сказали для деток маленьких. Для деток маленьких. Так, что у нас здесь есть? Расскажите нам, пожалуйста. Пожалуйста, это вот главная медоужница. Медовуха мамоновская. Так. Сало, смотрите, тает во рту. Мамоновская. Все мамоновская. Смотрите, зелень. Мамоновская. Главное, у нас доярка. Доярка мамоновская? Да. Смотрите, яблочки белые. Мамоновские. Все мамоновская. Стакан мамоновский? Нет. Покупной. Покупной. Попробуйте. И настроение сразу. Мамоновское. Мамоновское. Мы мамоновцы всегда за жизнь, за светлое небо над землей и за Алиханова. Что вы будете делать в таких костюмах сегодня? Мы завлекаем гостей. Чем Нестеров вообще славится? Чем отличается хлеб от других? Хлеб есть, еще что есть? Просто молоко. Ну, видно, что вы хлеб любите. Это хорошая порода. Как коровы и быки разговаривают, как мне поздравить? Поздравляем. Все, говорящие коровы еще есть в Нестерове. Еще и двуногие. И которые хлеб любят. Вы из Светлогорска? Да. Город хороший, нравится вам? Личный. Есть какая-нибудь песенка про Светлогорск, что прям эти и все сюда пришли? Светлогорск, Светлогорск, город любимый. Правильно. Вы знаете эту песню? Нет, не знаю. Кого будете встречать? Антона Андреевича? Мы будем Антона Евгеньевича и Евгения Евгеньевича. Как зовут губернатора у нас? Антон Андреевич. Антон Андреевич Алиханов. Все, Антон Евгеньевич, да? Да. Два губернатора у нас, да? Поэтому на всякий случай три каравая. Для Антона Евгеньевича, для Антона Андреевича и для кого? Для Антона Андреевича. Для Антона Андреевича два каравая. Как ты будешь встречать Антона Андреевича? Стихи. Какой стих? Давай расскажем. Добрый день, господа. Вы откуда и куда? Ну и все. Так все, да, в кабинете у Антона Андреевича делают? Конечно, да. Мы заходим в научную лабораторию, которую приготовил Гурьевск. Это очки виртуальной реальности, и на нем там можно увидеть, ну, виртуальную реальность. Можно посмотреть? Да. Держи. Это тоже очки виртуальной реальности, только не одевай их. Попадешь в Азербайджан. Воу! Ты тоже давай посмотришь, это очень классно. Посмотри. Оп. А это древние животные. Называются они морские лилии. Древние животные? Да. А что на ней идет? Она окаменела. Если я стану генным инженером, то на Земле точно появятся драконы. Через 100 лет мы к тебе подойдем и спросим, где драконы? Ты ответишь, что? Драконы уже есть. Вы из Багратионовска? Да, из Багратионовска. Чем Багратионовск славится? Багратионовск славится... Так, ты как думаешь? Нет. Чем славится Багратионовск? Просто помолчим. Помолчим просто. Хорошо. Помолчим за Багратионовск. Да. Только на свидание не хочешь другой. Привет, как тебе праздник? Только ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. Багратионовске нравится? Не ходи с другой. Ой-ой, как ты мне нравишься.
Наверное, не самая лучшая идея подходить к человеку, когда он поет. Пойдем. За что вы так с животными? Это не лично я, но у нас охотничья ферма. Как их звали? Давайте почтим просто, хотя бы память. Борис. Борис и? И Костик. Помолчим просто. Пацаны, как связано сельское хозяйство и единоборство? Как? Никак, наверное. Можно ли немножко обнаглеть и вас попросить прямо сейчас на что-нибудь показать, какой-нибудь мастер-класс? Так ты же его не ударил, что он упал? Это имитация. А, это имитация. Все, ребята, мы думали, это все по-настоящему. Это специальный выпуск передачи «Пусть говорят». Скажите, пожалуйста, что мы сегодня обсуждаем? Мы сегодня обсуждаем сельское хозяйство. Эта сторона за, эта сторона против. А где депутат Митрофанов? Он обычно сидит на «Пусть вот говорят». У нас Митрофанов. Вот, здравствуйте. Так, и какие проблемы? Для нас проблем нет. У нас все хорошо. Так, а вы как считаете, у вас... Мы подняли сельское хозяйство, чтобы не возили из-за границы продукты. Поля не зарастали. Да. Бурином и деревьями, и кустарниками. Чтобы было чисто и гладко. Чтобы деньги были, вливались. Так, а вы как считаете? Давайте что-нибудь им ответим. Типа, есть деньги уже, хватит. Надо все продолжать развивать, больше выращивать сельскохозяйственные продукции. Что вас беспокоит? А мне уже ничего не беспокоит. Это был специальный выпуск передачи «Пусть говорят». Мы прерываемся на музыкальную паузу. Как называется ваш оркестр? Как называется ваш оркестр? Никак не называется. Духовой оркестр города Озерска. И все. В Озерском духовом оркестре играет самый энергичный барабанщик. Привет, ребята. Как дела у вас? Как вообще вам праздник «Балтийское поле»? Как считаете, конструктив вообще это очень важная вещь во время, ну, в диалоге? Где больше всего вам понравилось? В каком городе? Есть такой, да, город у нас в Калининградской области? Сразу видно, что светлый, да? Конечно, светлый. Светлым вообще как накачанные люди, ну, да? Ну, все очень так спортивные люди. Вот я как символ этого города, как символ моря, как символ Балтики, морской царь Тритон. Но все же понимают, что это все равно накладные твои эти мышцы. Чего ты обманываешь народ? Я не знаю, кто это понимает. Немного как бодибилдера попозирую. Вы сегодня катались на комбайне, катались на квадроцикле. На чем легче? На комбайне легче, но там надо следить за дорогой, как говорится. Я вот немножко не вписался в поворот и не успел убрать хлеб. Цена ошибки выше. А на квадроцикле веселее. Впереди бегут журналисты такие всякие, противные фотографы. И можно... Наконец-то можно от них избавиться. Да, можно. А на бычке не пробовали? Нет, я пока еще травмирован, но, видимо, в следующем году тоже буду вместе с ковбоями Мираторга, значит, загонять быков. Это был проект «Окей, Гури» со специальной сельскохозяйственной выставки «Балтийское поле». Ну и учитывая, какие пробки собрались на въезде на эту площадку, мы выберем, пожалуй, транспорт поудобнее, чтобы отсюда улететь. Пока! Это что за коробочка? Беспроигрышная лотерея? Проигрышная лотерея, 40 рублей. Хотите сыграть? Можно выиграть все, в том числе и то, чего нету на этом столе. Смотрите, что я выиграл.